Кожиный раз на этом самом месте я вспоминаю о своей невесте. Вхожу в шалман, заказываю 200. Река бежит у ног моих, зараза. Я говорю ей мысленно: бежи, но вдруг слеза. И вижу краем глаза литейный мост и силуэт баржи. Моя невеста полюбила друга. Я как узнал, то чуть их не убил, но кодекс строг. И в чем моя заслуга, что выдержал характер? Правда, пил. Я пил, как рыба. Если б с комбината не выгнали, то сгнил бы на корню. Когда я вижу будку автомата, то я вхожу, иногда звоню. Подходит друг, и мы базлаем с другом. Он говорит мне: как ты, Иванов? А как я? И я молчу. А он с испугом: зайди взглянуть на пацанов. Их мог бы сделать я ей, но надея их сделал он и точка, и тире. И я кричу ему на той неделе, но той недели нет в календаре. Рука, где я держу теперь полбанки, сжимала ей под платьем буфера и прочее в углу на атаманке. Такое ощущение, что вчера маслы, переполняющие брюки, валялись на кровати все в шерсти, и голос хочет громко крикнуть: суки! Но почему-то говорит: прости. Кого? За что? Когда я слышу чаек, невольный крик меня бросает в дрожь. Такой же звук, когда она кончает, хотя потом еще мычит: нет, дрожь. Я знал ее такой, а раньше целый. Но жизнь летит, забыв про тормоза. И я возьму еще бутылку белой. Она на цвет, как у нее глаза.